Всем привет! Хочу рассказать, что делать, если у вас пропадают контакты с Viber. В чате будет пусто, в разделе «Контакты». Здесь вот могут быть контакты, и может быть, что их и не будет. И в разделе «Viber» здесь вот вообще пусто будет. Хотя, допустим, полчаса назад у вас все было. В таких случаях нужно зайти в приложение «Настройки» для начала. Находим «Настройки». Приложение или диспетчер приложения. У разных телефонов по-разному. Заходим. Находим нашу программу. Вайбер. Здесь нам нужно будет очистить данные и кэш, если у вас будет он. Очищаем данные, нажимаем «Да». После этого заходим обратно в Viber. Он будет просить заново ввести номер. Введете номер, у вас все появится. Чтобы в дальнейшем не исчезало, нужно зайти в самом Viber «Настройки». Общие и снят галочку из синхронизации контактов. И больше у вас не пропадут контакты. Всем спасибо, до свидания.